Вот. Появилась в области на днях собака. Склоняемся к тому, что это хаски. А, собака, ну, во-первых, у нее жуткое совершенно истощение. Вот, ну, вот ее, в принципе, толщина. Если не считать шерсти, да, вот они, кости. И у нее, она как раздутая, я вот не знаю, в области ребер получается, да? Вот она. Вот такая вот девочка. Страшно ухандоканная собака совершенно. Вот. Неухоженная. А, но самое получается, скажем так, то, что больше всего беспокоит на первый взгляд, что она неестественно раздута спереди. Вот. То есть вот в этих вот местах. То есть и непонятно, конечно, что с ней. Это могла быть, может быть, и травма. Все что угодно может быть. Вот. Привязалась тут к женщине, которая ее подкармливает. Но опять-таки с такой степенью истощения, как у нее. У нее и сильного аппетита-то нет. То есть вот даже вот на косточку она, ну, скажем так, не бросается. Вот она берет, может немножко погрызть и оставляет ее. Вот. Собаке нужно будет проводить обследование, то есть выяснять, что с ней. Жалко, конечно. Видимо, вся шея стерта. Видимо, сидела у какого-то деревенского человека на привязи. Вся шея стерта. Ну, а потом, скорее всего, собаки просто избавились, потому что собака появилась, в принципе, из ниоткуда и никуда не убегает. Вот. То есть вот такая вот. Вот у нее. Так вот вид сверху она, то есть неестественные ребра. Вот этой девочке очень требуется ветеринарная помощь. Она просто не выживет в зиму здесь.